función como sea. Hay autónomos que estén, autónomos que estén. Осталось вот раз, два. А это будет раз, два, житель. Ты куда ходил? В общем, давайте за девочек. Отлично. Да. За их удачу, красоту. Да. Что все да. У вас было. А вы идем стоя. Костя, расслабься. Да. Не, 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 возьми себе руку. Девочки, бабушек. Давай. Давай. Я в курсе. Вера Николаевна. Вера Николаевна тоже. Наталья Франко. Аллочку тоже уже. Аллочка, да, ну, она чем? Не поменялась. О чем ты говоришь? Ну, это Бароненко. Он, ну, он такой. Он, да, он такой. Александр Чон, Вова Потапов. Тоже не изменившийся. Толя, Толя, тебя Бароненко... Ну, Толика я так давно видел. Никто ей не
Понятно. Это он. О! Я же не знаю его телефона. Он сидит рядом с ним. Так, так можно так? Как его сбивать? Это со мной. Во! Если ты девушке не будешь наливать, так и подкладывать, у меня такого не бывает. Давай. Сейчас я спрошу. Так, что же девушку надо? Он крестный. Ничего не делает. Наливаем? Это выдохнуть. Ухаживай. Ну, достал бы печенку. Ты ухаживай за Наташей, а я разберусь, не переживай. Я-то? Кому? Вот Иру спроси, что она будет пить. Это ты? Ленька, где ваша? У меня есть что-то. Да она пустая. Нет, хватит, хватит. Хватит, Вероника, ты не проходит. Хватит, я сказал, что Вероника... Мы дружили, когда общались, да, когда мы уже женились. Она там уже многим работает, я с ней уже иногда не буду. Кто работает? Нина, ты не прав. Ну, Саша, это же не прав. Где ваша? У меня есть. Ну, смотрите, да, что? Я не слышу. Вот. Да, без градусов, да? Да, без свобода слова. Ты будешь говорить? Я буду говорить. Я буду говорить. Я буду говорить. Садись. Наталья говорит. Хорошо, садись, я тебя прошу. Наталья говорит. Ранко. Я в нем не был. Не умоляю. Да ну сядь. Был. Я тебя прошу. Ты разговаривай. Я знаю. Конечно. Это ты скромничаешь. Я вот что хочу. Гуся, я же не профессор, я могу посидеть, правильно? Профессоры да, только да, стоят. Да, да. А ничего, что мы, кстати, сидим. Да, ты когда профессор, я тоже сидим. А то профессор должен искать. Это черный, не скажи. Профессор зашел, ну, перескакивал. Конечно, конечно. Ты знаешь, у нас разные профессоры. Ребята, я вот, Костя начал эту... Я напомню, что тоже профессор. Да. Костя начал вот эту тему, мне хотелось бы вот как бы на этом немножко остановиться. Угу, он начал говорить о наших учителях. Учителя у нас действительно были, ну я бы сказала, выдающиеся. Особенно потом по жизни, когда приходилось сравнивать, кто что может, какие бывают учителя, то у нас учителя были выдающиеся, практически все. Вот. И, к сожалению, вот 40 лет прошло. Странная такая цифра. Сегодня мы все ей удивились. И учителей наших тоже нет. Вот за эти годы мы, к сожалению, большинство из наших учителей потеряли. То есть нет Надежды Константиновны, которая нас учила, выпускала. Мы тут вот говорили про русский язык и действительно нами занимались. Вы помните, нам даже в коридоре на перемене делали замечания, если мы неправильно делали ударение. Любил я, честно скажу, любил я Надежду. Слышишь, делали замечания, что не украинский, а украинский, да? Нет, вот. Сейчас все украинские. Сейчас, понимаете, то есть просто... Нас не оставляли никогда. Ну, Илью Григорьевича мы уже вспоминали. Нет, вот, вспоминали Миру Соломоновну. Вот мне очень приятно, что Вера Николаевна пришла к нам. И немножко поработала. Немножко поработала с нашим классом. Класс у нас был, конечно, такой, он был сборный. Его ведь собрали с класса А, из Б, и те, которые пришли, он был у нас сборный. И несчастных 29 человек. Да, 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 он был самый маленький, 28 здесь. И Вера Николаевна, значит, была, приняла нас, мы шумели, тем более, что когда мы любили педагога, вот вспомните, мы их ждали, Надежду Константиновну над другими мы издевались, вот, правильное слово подобрано. Если кто-то... А она за украинкой, ты помнишь, как издевались? Да, о чем вы говорите, а вспомните еще момент, причем когда у нас была Спиркина, и мы ее полюбили, потом Спиркина ушла, к нам пришла Инна Евгеньевна, да, что да, мы да, ей творили, да, Вова да, Антоненко, царство ему меня задушит. Вова чебуреточку бросал. Вова, ты что только, он садился на первой парте, когда написал на доске, он выставлял, помните, транспортир, линейку, он выставлял на доску, когда написала курень из двух, один, четыре, я стучала по доске, транспортировал и падал на голову. Вова сидел на первой партии, я говорила, что вы, Инна Евгеньевна, вот это вот, понимаете? Я помню, она мне записала, запись сделала в дневник, что я, Наташа, играла на уроке математики в футбол. Это было, значит, был мяч, который мы буцали под партами, кому он приходил, тот, вот такое она мне замечание написала. То есть, как бы были педагоги, которых мы очень любили, и вот хотели, чтобы ну, вот все были на них похожи. Да. Это было, да, в нашем классе. Ну и нам, в общем-то, то есть Вера Николаевна нас получила в трудные годы. Это правда. Очень трудные. Очень, мы были трудными. Это правда. После Надежды Константиновны. После Надежды Константиновны и после... В седьмой класс были. В седьмой класс. Шестой она же у нас была, а вот в седьмом она ушла. В седьмом и в восьмом вы были у нас.